Грабежи, разбой. Весной каждое второе преступление совершается на улице. Правила самообороны просты. Не ходите по темным улицам в одиночестве. Помните, чаще всего жертвами уличных грабителей становятся женщины и нетрезвые мужчины. Если вас пытаются ограбить, есть несколько вариантов поведения. Не оказывать сопротивления, отдать грабителю все, а потом сообщить о преступлении в полицию. Еще один вариант – попробовать озадачить преступников. Начать громкий разговор по телефону, описывая все, что видите, и попросить вас встретить. Но самый надежный способ – постараться избежать прямого контакта. Чувствуете угрозу? Убегайте. Магазины, заправки, кафе – все это может стать надежным укрытием. Обязательно сообщите о нападении стражам порядка. Если этого не сделать, преступники не остановятся. Чем быстрее раздастся звонок в полицию, тем больше шансов, что злодеев задержат по горячим следам.